быстрый путь. Давай попробуем. Внимание у всех граждан! Как вы могли заметить, у нас тут произошло небольшое вторжение. Мы предлагаем все силы, чтобы связаться с Ларком и обсудить мирное решение этой проблемы. Но пока они не ответят на наш звонок, лучше не покидайте свои жилища. Мэру Доквишу грозит опасность. Мы ваш корабль починим, но сперва помогите мэру. Эй, оружие ищешь? Заходи в мой кабинет. Вообще-то у меня нет кабинета, но будет, если я стану продавцом месяца. Раритан вещь, скажи! Да! Все-таки я на этой неделе добью квоту! Ого! Многовато плохишей. Проклятые бларги! Как не стыдно вторгаться на беззащитную планетку! Есть! Бларги-оккупанты, мы оставили вам несколько сообщений касательно вашего вторжения в наш сектор. Вряд ли вы нарочно нас избегаете, так что просто я не вижу. Если вы давно не проверяли автоответчик, сейчас самое время. Получили от вас разъяснений касательно сложившейся ситуации. Я подумал, это какие-то технические проблемы с нашей стороны. Поэтому лично снял трубку и проверил, есть ли гудок. Потом попросил друга мне позвонить, чтобы удостовериться, что со связью все в порядке. У нас все работает, так что как будет свободная минутка, звякните нам. Ларги, это опять я, мэр Бриквош.
Тут был звонок. Я ответил, а на том конце бросили трубку. Я просто подумал, вдруг это вы, когда будете готовы обсудить планы мирного урегулирования этого конфликта, позвоните мне. Класс. Патронов нет. О, да сколько же их? Это же корабль мэра. Сообщение для галактических рейнджеров. Нам нужна помощь, говорит Эгнок Баквош, мэр Торбрукского кратера на Навалисе. Без нашей помощи мэр Баквош долго не продержится. Готов! Спасибо. Я думал, нам уже конец. Мы будем рады вам помочь. Почему Дрэк пытается вас убить? Это мой племянник, Скит Макмаркс. Погодите-ка, Скит Макмаркс, скейтбордист-профи. Он прислал мне Саридии этого инфобота, и с тех пор за мной гоняются бларги. Вот, взгляните. Привет, дядя Баквош, это Скит Макмаркс. Мы с моим агентом сейчас присутствуем на грандиозном открытии магазина спорттоваров Макмаркса на Риди. Это просто потрясно! Тут столько клёвого народу! Фанаты, знаменитости, мои спонсоры из Диджитрона. Я даже дал несколько автографов этим странноватым существам, бларгам. Видимо, у них тут на Риде дело какое-то. Стоп, минуточку. Влагосборщик. Супер незаконный аппарат по перекачке воды. По-моему, это не предназначалось для моих глаз. Одержите его, у него чертежи. На помощь! Позвоните моему агенту или моему пиарщику. Хотя нет, это бесполезно. Позвоните тому, кому я не безразличен. Я не хочу умирать. Скид Макмаркс в беде. Нужно лететь на Оридию. Согласен. Но сначала нужно починить корабль. Получилось! Спасибо, что спас сектор, друг. Приходи ко мне, подлатаем твой корабль. Ух ты! Сколько... Граждане, внимание! Ваш мэр цел и невредим. Меня спас один мохнатый герой и его друг-робот. Моя приемная работает как обычно, то есть каждый третий вторник с 10 до 10.30.
Итак, Рэтчет и Кланк отправились ремонтировать свой корабль при поддержке Плюмбера. Они не знали, что скоро окажутся так близки к величию, что будет слышно, как скрипит кожа на его могучих бицепсах. Но сперва им предстояла схватка с тираннозавром Зомби. Минуточку. Я не припоминаю никаких тираннозавров-зомби. Ладно, ладно, Кайфалон. Ну, вроде бы все починили. Обещайте мне, что доставите инфобота капитану Кварку. Обещаю. Спасибо за помощь. Ерунда. Увидимся в следующем ремейке. Они могли выбрать точку назначения и почерпнуть много ценной информации о каждой планете благодаря галактическому альманаху халявщика. Скорее на Керван, предупредим рейнджеров. Вторжение уже началось. Просканируй каналы экстренной связи. Нужно выяснить, что там происходит. Внимание всем! На зал героев совершено нападение. Повторяю, в центральном округе Алира-Сити замечены вражеские корабли. Галактические рейнджеры попали под обстрел в зале героев. Туда же летит транспорт бларгов. Рейнджеры, готовьтесь встретить боевых роботов. Гражданские лица, покиньте зону боев. Нужно помочь рейнджерам. Активирую оружейные системы. Оружие готово к бою. Теперь атакуй транспорт. Рэтчет, самое время испытать те оружейные системы. Капитан, нам оказывает поддержку неопознанный корабль. Нужно уничтожить транспорт. Подтянуть к кораблю.
Кулак Бларгов остаются на Наботы. Они могут чинить наш корабль. Должны быть боевые роботы. Ты сможешь поднять их и подтянуть к кораблю. Активировать усилитель! Беру курс на боевой корабль Бларгов. Прицеливаюсь. Отпускай роботов. Отпускай! Прицеливаюсь. Отпускай роботов.
продолжай в том же духе. Неплохо, но мое упорство поможет мне победить этих боевых роботов. Когда-нибудь. Действуй! Роботы прикреплены. Мы можем поднять и других. Сделаем еще заход. Отпускай! Вернуть отправителя! Вот так! Получай! Боевой корабль. Повреждения критические. Да! Еще разок и все! У нас есть! У нас хватит энергии, чтобы взять еще роботов. Подожди. Отпускай! Корабль сбит! Есть! Кем бы вы ни были, вы молодцы! Все системы в норме. Но нам нужно вернуться в зал героев. Эй, Рэтчет, ты куда пропал? У тебя через пару минут тренировка. Извини, Бракс, у нас возникли кое-какие проблемы с кораблем. В городе еще остались бларги. Видимо, мы их проглядели. Бракс, отправляйся в зал героев. Проверь, не прорвался ли кто из них внутрь. Понял. Один мой друг вам поможет. Он как раз там недалеко. Его зовут Эл. Я хотела вас ему после тренировки представить, но можно и сейчас. Разыщите его, попросите про кредит Кланка. Скажите, что это для рейнджеров, он сделает бесплатно. Это продается, будь здоров! Извини, в долг не дам. Хорошее оружие, а стало отличное! Тот тип с голокарточками? Десантный корабль. Ага, мы про него знаем. Патронов нет. Где угодно.
Жители Алира-Сити, я знаю, когда вы думаете обо мне, вы думаете о героизме, об отваге, о той мужской силе, такую, в которую преступники забиваются в самые темные щели. И вы правы. Да, я настолько. На подходе новые гвардии. Ломбакс и робот могут прятаться где угодно. Рэтчет, на подходе новые бларки. Ой-ой. Следи в оба. Ломбакс и робот могут прятаться где угодно. Класс. Патронов нет. Нужно восстановить справедливость, дать отпор негодяям, тогда зовите галактических рейнджеров. Для нас не бывает проблем слишком больших или слишком маленьких. Хотя слишком маленькие бывают. К ним пришла подмога. Почти на месте.
Это дом Большого Элла. Возвращение уникома. Я уже на седьмом уровне. Если меня кто оторвет от игры... Нужно восстановить справедливость, дать от... Ну все, я сохраняю. Пауза. Вроде со всеми разобрались. Обалдеть! Я умер и попал в рай! Ты посмотри, у них есть мой раскаленный бластер, фангоид с тросточкой, космический лось Спира. Тут даже мега-ультра-издание игры «Непреклонность. Падение Бларгов». К ней прилагаются дополнительные материалы, если сделать предзаказ через гаджетрон. Видимо, это насчет вас мне Кора звонила. Вам нужен летный ранец, да? А вы, верно, Большой Эл. Рад знакомству. Я Кланг. А это Рэтчет. Ну, кто друг Коре, тот и мне друг. У нас с ней как бы романтические отношения с неопределенными перспективами. Ага. Запрыгивайте на верстак, сейчас я вам все сделаю. Просто переставим микросхему, подключим порт данных и... Опа! Попробуйте! На вид здорово. Вернуться в зал героев очень просто. Двигайся в эту сторону, пока не дойдешь до станции. А там садись на поезд. Еще раз спасибо. Срочные новости из прославленного Алира Сити. Сегодня силы Бларгов напали на зал. Двое героев продвигались вперед, используя возможности летного ранца. Прежде длинные прыжки совершали только настоящие герои, такие как я. Но благодаря летному ранцу ребята смогли приблизиться к моему уровню величия. Оказались на краю пропасти. Смогут ли они миновать ее с помощью новообретенного летного ранца? Тебе конец, Ломбакс! Мы недалеко от станции. Не дайте ему уйти!
Вот класс. Патронов нет. Мы недалеко от станции. Говорит капитан Кварк. Напоминаю вам, что я вас защищаю. Спасибо. Галактический рейнджер! Бьем его! Как его? Пассажиры. Из-за вторжения все поезда могут быть заполнены вооруженными бларгами. Приносим извинения за неудобства. Вон она. Пойдем. Прокатимся. Срочно!
Идем, Кланг. Мы должны им помешать. Надеюсь, эта штука не очень дорогая. Я уверен, рыбоубийцы тоже зачем-то нужны в хозяйстве. О, на борту опасная живность. Надеюсь, эта штука не очень дорогая. Я уверен, рыбоубийцы тоже зачем-то нужны в хозяйстве. О, на борту опасная живность!